Собрать на время правильно пазл – непростая задача. Всего 45 минут на то, чтобы маленькие детали превратились в единое полотно. Такое задание прозвучало для воспитанников организации социального обслуживания. На соревнования они приехали с регионов ПФО. Такой чемпионат проходит впервые, и честь быть первыми досталась Ульяновской области. Это действительно новые направления, скажем так, интеллектуальные направления. Поэтому, как сказать, Ульяновский регион всегда славился своими передовыми технологиями. Поэтому сегодня вот мы пригласили детишек. Как правило, это дети от 7 там, до 12 лет. Определенные команды, которые сегодня на время будут собирать пазлы. Такое мероприятие позволяет концентрировать внимание, работать в команде, улучшает цветовосприятие. Ну и, конечно, когда они командой работают на скорость, это их сплочает, сближает. Чтобы занять призовое место, маленькие участники тренировались длительное время. Для ребят помладше от 7 до 10 лет пазл из 160 деталей с сюжетом из мультфильма «Простоквашино». У детей с 11 до 14 деталей побольше, их 260, а собирают они карту России. Мы маленькие, большие собираем. Если я один еще собираю. Сюда приехал занять первое место и собрать быстрее всех пазлов. И получить за это приз. И уехать с победой. Мы тренировались на скорость и различать детали по цвету и по форме. Команда «Соколята» приехала из Республики Татарстан. Ребята первые среди малышей собрали пазл за 22 минуты. Подарок за свою шустрость получили беспроводные наушники, колонку, игровую приставку и, конечно же, кубок и грамоту. Такие призы получили все победители соревнований. Мы собирали. Сначала мы собирали лица, потом собирали края и потом уже все внутри собирали. Также маленькие гости региона посетили краеведческий музей, Ундоровский палеонтологический музей и познакомились с достопримечательностями Ульяновска. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.